конкретные правила установил для экскурсоводов, справки сюда получать. Ну, в общем, сначала туда, а потом на каток. Сейчас, когда в Рим будем въезжать, я хочу кое-что показать вам. И хотелось бы, конечно, чтобы на это посмотрели либерасты российские, типа Навального, и всех, кто к ним примкнул. Это в следующий раз, когда захочется батон крошить на Собянина. Видите, до Рима остается буквально несколько километров. И видите, все чисто, аккуратно, нормальные железнодорожные пути. Я вам покажу разницу, когда мы в Рим едем, когда мы четко преодолеем границу. Я еду в метро, меня пока все сидит. Приехала на вокзал Бергене, быстро на метро добралась до Рима, там сидит. Поехала в Сухум, сразу подошел 70-й автобус, добралась до лица Леклоунова, для Ватикана взяла вот эти вот две справки, они судимости, это нам для музея Ватикана, для продления абонемента необходимо. Быстро вышла, я могу сказать так, что операторы, которые работают там, они очень невежливые, отвечают очень грубо, но работают быстро. Поэтому буквально 35 минут я на этой хамство плевала, я получила два оба-сертификата. Но я всегда вспоминаю вот одно окно в Москве. В Москве все очень вежливые, конечно, тоже работают очень быстро, но все вежливые. Здесь, конечно, крики хамят. Вот. Вышла, приехал сразу же 70-й автобус, добралась до Лепанто. И сейчас я еду на каток, уже несколько остановок. И я выхожу. Сейчас который час? 10 часов 18 минут. У меня через 22 минуты начинается тренировка по фигурному катанию. Когда я выйду из метро, я вам поснимаю, что представляет из себя этот район Санта-Мария-дель-Корсо, где находится лучший каток Рима. Я везде сегодня успеваю просто офигенно. Это вот я выхожу сейчас на остановку метро Санта-Мария-дель-Сокурсо. Ой, дождь идет, у меня нет дождя, но у меня есть капюшончик. Я хочу вам сейчас показать район, в котором находится каток. Лучшее время каток. Это окраина Рима. Это предпоследняя остановка от конечной. Вот, блядь, смотрите, вот такое метро здесь, не извините за мат, но я просто по-другому не могу. Это опять про тех же, кто на Собянина крошит батон. Сейчас я вам этот район покажу. Смотрите, я понимаю, что окраина Москвы тоже разная, но я апеллирую районами, где, например, Ксю занимается фигурным катанием с Ленкой. И где Танины девчонки занимаются фигурным катанием. Вот смотрите. Вот такой у нас здесь район. Я вам потом еще и каток поснимаю. Дома находятся просто охренеть. Это вот кто там батон крошит на Хрущевке. Смотрите, это выход из метро. И дома здесь. Я понимаю, что это государственные дома. Но это просто пипец. В Москве уже на окраине. Ну где-то на окраине. Я допускаю, конечно, какие-то хрущевы имеют место быть. Вот смотрите, это Рим, это окраина. Вообще так засрано. Как будто бы действительно никогда в жизни не убирают. Смотрите, вот это дороги. Это, как я говорю, там полякам, румынам, прибалтам, нахлебничкам нашим мы дороги отстроили. А у нас здесь, блядь, это просто отстой. Это просто полный отстой. Весь этот район, он вот такой вот. Это мне напоминает Египет или Тунис. Ну вот эти бедные страны третьего мира. Это вот они моют здесь машину. Аль-Фараоне называется, от фараона. Тебе, блядь, машину помоют. И будешь ты в ней как фараон. Смотрите, вот эта вот лужа. Я не знаю, вот с какой стороны мне ее обойти. Так, ну я выйду, пожалуй, на дорогу. Я с этой стороны ее обойду. Так, вот с правой стороны. Вот это уже каток. А напротив него вот такое охеренное здание эпохи развитого Евросоюза. О, а здесь краденые покрышки. Вот спиздят, извините за мой французский, покрышку где-нибудь стащат и вот сюда тащат. И здесь это можно купить. У цыган, я не знаю, у румын, у кого-то еще. Метро поехало. Метро шедевральное. Метро шедевральное. Просто охереть можно. Такое здание за катком находится.
Пиздец, просто пиздец. Почти зашли, вот здесь магазин крутейший, кухни с каволини итальянские, офигенные. И вот эти вот кухни, они со всех сторон, они утопают вот в таких вот говнах. Все, почти вошли на каток. Я вхожу на наш каток, вот это здание охеренное просто. Просто развитой Евросоюз. Ice Village, Рим, смотрите, пожалуйста. Чья-то машина, кто-то приехал, Диман. Но я хочу сказать, вот на этом катке, вот, ну здесь, видите, так поприличнее сделали. Кстати, здесь Каролина Костнер у нас занималась. Вот я всегда думаю, вот этим черножопым мудлоном из футбола, у них там, говорят, кожаные сиденья, а великая атлетка Костнер, она должна была в таких условиях. Ну, лед хороший, кстати. При всем при этом, вот кто разбирается в фигурном катании, лед у нас здесь, ну, очень хороший, очень пластичный. Людей не так много, поэтому я приезжаю сюда. Я приезжаю. Лед очень пластичный. Этиленгликоль 40%. Правда, ну, это как не московский генераторный лед, который там, ну, на всем натуральном. Здесь пока еще все по старинке, но лед реально хороший. Поэтому этот каток... Конечки, я перешла на танцевальные, я езжу на риспорте. У меня риспорт... А лезвие у меня Wilson, английские. Я купила хорошие, я купила профессиональные лезвия. Рюкзачок мне подарил Саша, коньки мне подарил мой муж еще в прошлом году. Перчатки это мне еще Мишка подарил, Куракин, мой начальник «Голос России». Это мне подарила Танюшка из Москвы. А курточку мне подарила Сашина дочь Кристина. Вот такая вот я вся в подарках. Поехала. Видимо, на день не приходится. Вроде лед хороший, еду. Делаем перебежечку вперед, перебежечку делаем вперед. Хороший день, сегодня время, дождь идет. Влажность, а лед он наш, влажность любит. О. Вот так.
видео, мне пришлось дождаться того момента, когда поезд остановится, потому что здесь вообще просто ничего не слышно. У меня абонемент на Интерсити. Я езжу исключительно только на Интерсити. Там нормальная публика. Вот утром я сегодня ехала на Интерсити. Там очень много едет адвокатов, ну, солидных людей, нормальных. А в таких поездах публика и очень много мигрантов. Просто такое время расписания, когда вообще людей мало. А когда много, час пик, это неприятная обстановка. И во-вторых, поезда катастрофически, просто катастрофически грязные. И особенно те, которые выезжают из Рима. Потому что я несколько раз попадала в такие же поезда, которые выезжали из Флоренции. Они были чистыми. Те, которые, я не знаю, что с ними делают в Риме. Особенно катастрофа. В летнее время это туалет. Потому что все вагоны, они оснащены туалетами. Вот я сижу, я не могу даже облокотиться. Я не могу облокотиться, потому что здесь вокруг просто страшная грязь. К сожалению, это так. Вот такая тенденция Рима. К сожалению, ничего хорошего. Вернулась. Сейчас что-нибудь вкусного съем. Хороший день и вам всем хорошего дня.